Лично для меня патриотизм – это в первую очередь любовь к моей семье, моим родным и близким. Ведь это та основа, на которой строится все наше общество. Именно семья формирует в детях основные моральные принципы и ценности, в том числе любовь к родине. Поэтому так важно дать правильное воспитание своим детям, чтобы вырастить из них будущих патриотов нашей страны.